Угу. Пока я 5400 все равно проплачу. Да-да, я понял. Куда перечислять, ты мне скинешь. А, все, я понял. Хорошо, давай, это уже началось. Дмитро Медведев такие моменты не втрачає. Рейсер 4, Хенгвейер 2. 37 хвилина матча. Двери Андрюша заказал уже. Двери, четыре двери будут. У Андрея новые двери. Установка. Реально собирается ставить этот замок, который вот этот вот с таким ключиком необычным. Ты понимаешь, потерялся, который изнутри будет такой кругленький. Ты же знаешь, что это такое. Изнутри, который на шнурочке был висящий. Остались только вот эти висящие. А изнутри тогда ты его сам не откроешь. Ну как, там же оно открывается, просто его можно подвинуть рукой. Засадить. Если есть за что. Если он полностью туда задвинул, ты его не достанешь. Это при ремонте сняли ее, потеряли ее? Это его, ну да. Это его минус. А так он вообще трудно подбираемый. Трудно взламываемый. Все вот эти замки, которые сейчас, их можно просверлить и сломать. И откроется язычок. А у этого так не пройдет. Ну как, вообще обычно так скрывают такие замки, которые простые. Там не отсверливают, там молотком ударили, резьба, куда ключ вставляется, отломалась, и туда отвертку вставили и открыли. Да, потому что там это... А здесь задвижка, тут никак. Тут только ключ. Это, конечно, в этом плане он лучший. Что-то сегодня детей много. Тише играет. Никита есть, Никита есть.
пацаны, центр, опорник открывается, тут. Ты сейчас водящий, просто глянь. Играем, играем, борем. Пацаны, играем, играем, расслабились. Центр, Артур, центр. Один встречает, пацаны, что катает? Вот такой разрыв, что дает катать. Хватили, дает катать. Thank you.
18 второго. Наши играли? А, они же в другой день.
Это ниша дивизиона. Интересно было бы посмотреть. У них так четко слажено, передачи такие. Они где-то тренируются, может, еще. Ну что, Зимбабве выиграл. Еще! Пас и кто? Узунов. А я уже. Владислав Друзький! Грессерс! 5-2. Команда Чугуева святкує п'ятий забитий м'яч. На поле не вылазьте! Быстро за межи! Видите, что? Курятник! Смотри! С поля уйди! Сюда зайди! Саме дивимося на полі Ліги Європи пенальті. 9-метровий удар готується виконати команда Дениса Сельницького «Інтролю». І є забитий м'яч «Інтролюк» за рахунок вже... Ребята, не трусіть свишку, алло! Багато, ну... 8, так? Андрій! 9-0 на користь команди Дениса Сельницького. Володимирович, Андрій! Андрій! Угони их вот этих всех отсюда. Малые, так, посмотри. А ушли отсюда. Самарин. Самарин. А желтую ты кому дал? Малые шпилят футбол здесь. Угони. Хорош, Паш, а ну! Вставай. Здорово, Олег! Дома! Пошлите вечером переходить. Блин! Кто у вас только что пенальти забил? Номер 15. А ты не знаешь его фамилию? Да, да! Хорошо, так.
Все, спасибо. Есть, есть. Все, услышал. Спасибо, Вось. 40. Вот это красавец. 5! Импролюк! 10-0! 9. Молодец! Красиво.
Еще? Скач. Перед этим боб. Боб. Русский Владислав, сьомого команди Грейсер, передачить Дмитра Медведєва. І звучить фінальний свисток, друзі, завершена гра. Команда Володимира Чугова святкує перемогу з рахунком 7-2. Друзі, на полі Ліги Чемпіонів готується матч Celtic Deportivo. За кілька хвилин на ефірі, чекайте. Кач! Ну ты дал сегодня. Жень, записать ткач или автогол? Пузину?
Хорошо, старый, давай. Вот он, вот он. А где Юзефович? Андрей, где Юзефович? Юзефович! А ну на поле, Юзефович! Опа, два раза. Юзефович! Какое время? Быстрей! Я не могу.